Руфус, чего ты воешь? Можно спросить? Ты на перемену погоды реагируешь или что такое? Он сидит и заводится, как двигатель, знаете, так. Потом и вот эту вот истерику уже, не знаю, минут 15, наверное, длится. Он покушал, он поиграл, он сходил на балкон, но быстро вернулся, потому что там холодно. Я не знаю, может быть, и это его расстроило. И, конечно же, когда телефон на него направляешь, он перестает. Руфа. Руфа. А, то есть сниматься ты не желаешь? Не кусайся. Пожалуйста, не кусайся. Родненький, ну не кусай меня за пальцы. Ну. Теперь ты туда будешь выйти, в ту сторону, да? М? Мусь. Руф. Да, что там? Лампа там, да. И лампа тоже тебе не нравится сегодня? Вообще ничего не нравится. Руфиныч! Ну что тут явно кота беспокоит? Вполне возможно, действительно сегодня холоднее на улице. Он не смог на балконе погулять. Сейчас вот ругается. Не знаю. Не знаю. Что-то не так. Ну, сытый. Руф! Эй! Ну что, вау! Руф! Руф! Ты где там? Я тебя не вижу. Пойдем, я с тобой удочкой поиграю. Пойдем удочкой играть. Милый. Да? Ну давай, раз ты согласен. Давай. Ать, кусь. Все, все, поняла, да, сейчас бегу уже.